И кто успеет поставить лайк за 3 секунды, будет учиться только на отлично. Считаю. Раз, два, три. Так, друзья, я что-то не понял. А что это у нас такое? Похоже на какую-то рукоятку. Ну ладно, давайте-ка тогда сейчас проверим, что вообще с ней можно сделать. Видим то, что мы вместе с вами начинаем добавлять вот такую раскаленную лаву и в итоге преобразуем ее вот в такой какой-то, друзья, непонятный меч. Вот это да, выглядит очень даже круто. Ну и давайте выберем дамаг нашему мечу, чтобы он оказался действительно очень и очень даже сильным. И воу, ничего себе, теперь мы этим мечом, друзья, еще и сражаемся. И в итоге наносим финальный удар, и наш чувачок отлетел далеко-далеко. Ну что же, ребятоньки, приветствую всех, с вами Илюша. Сегодня мы поиграем в новенькую прикольную игрушку под названием Swords Maker. И что же, давайте тогда приступать ко второму уровню. Перед этим я прокачаю хпшечки нашему человечку, конечно же дамаг и скорость атаки. Я думаю, теперь наш все-таки меч будет намного сильнее, чем, конечно же, предыдущие. Я опять-таки, ребятки, начинаю набирать вот эти наши емкости для того, чтобы мы налили кучу и кучу вот этой лавы раскаленной. Ну и начинаем уже непосредственно преобразовывать ее вот в такую прикольную форму. Только единственное, друзья, у нас одна вот эта штучка как бы до конца не сделалась. Надеюсь, это не повлияет на исход нашей игрушки. И в итоге, воу, ничего себе, вы видели, какой мы меч прикольно сделали. Давайте тогда сейчас проверим его, конечно же, в действии, и видим то, что у него дамаг всего лишь 20, друзья. И такое чувство, будто я из-за этого могу проиграть. И да, друзья, это действительно проигрыш. И мне кажется, что это связано напрямую с тем, что я все-таки не до конца сделал, друзья, финальную штучку, которая непосредственно рядом с нашей рукояткой. Ладно, хорошо. Сейчас тогда, конечно же, друзья, будем исправлять все это дело и делать уже непосредственно нормальный, крутой, самый настоящий меч. Что же нам выбрать? Скорость, либо же атаку? А давайте-ка немножечко атаку выберем и немножечко скорости. Вот это реально получился очень и очень хороший меч. Ну и сколько у нас дамаг? О, смотрите, друзья, дамаг у нас теперь 50, и это уже на самом деле очень даже хорошо. Смотрите, как мы быстро взяли и победили нашего врага. Вот это уже совсем другое дело. На третьем уровне у меня имеется 970 монеток, и в принципе я могу прокачать опять-таки и скорость, и дамаг, и конечно же хпшечки нашего чувачка. Приступаем опять-таки к третьему уровню, я собираю кучу вот таких естественно штучек, и сейчас будем потихонечку, друзья, делать наш меч. Я опять-таки немножечко заливаю нашей вот этой лавы раскаленной, начинаем ее уже непосредственно вот так охлаждать, и уже давать ей вот такую прикольную форму. Давайте попробуем сейчас опять-таки наш меч сделать очень и очень даже сильным. В итоге он выглядел как-то так, на самом деле очень даже прикольно, но и в итоге, воу, ничего себе, мы видим то, что у него дамаг 100, и это очень, друзья, много. Я, честно говоря, ребятники, этого не ожидал. И в итоге нам открылся, кстати, вот такой прикольный персонаж. Не знаю, конечно, что с ним можно сделать, но видим то, что он вот такой какой-то самурай, что ли. Ну ладно, в принципе, наша задача, самое главное, опять-таки, делать именно мечи. Я, наверное, опять-таки прокачаю эти и эти параметры. Ну и, конечно же, идем в бой. Вы посмотрите, сколько здесь у нас вот таких емкостей для заливки лавы. Вот это да, на самом деле, очень-очень даже хорошо. Еще немножечко, друзья, я собрал и здесь. И начинаем, опять-таки, непосредственно формировать наш меч. Смотрите, мы уже его немножечко приплюснули. Конечно же, опять-таки, делаем еще вот такую штучку. И в итоге, воу, мы вместе с вами приступаем, конечно же, делать вот такой прикольный меч. У него опять-таки дамаг 100, что очень даже много, и скорость атаки, друзья, 7. То есть, в принципе, мы реально делаем очень-очень даже хорошие мечи, и в итоге дошли до еще новенького прикольного множителя. Вот это да. Честно говоря, ребятки, я этого не ожидал. И в итоге, что нам тут игрушка предлагает? А, игрушка нам предлагает разблокировать вот такой прикольный скин панка, но, к сожалению, она нам предлагает это сделать за рекламу. Да, опять, конечно же, нас, друзья, обломали. Ладно, хорошо, мы лучше возьмем, конечно же, прокачаем наши хпшечки еще, ну и приступим опять-таки проходить новый уровень. У нас на повестке дня уже 5-й. Пока что видим, что я делаю опять-таки вот такие штучечки, добавляю немножечко опять-таки нашей раскаленной лавы и начинаем ее, конечно же, плющить и представлять уже вот в такой меч. Замечательно, сейчас я тогда сделаю максимальный дамаг и скорость в x5. Вот это, я думаю, сейчас реально будет очень, друзья, жестко. Один удар, второй удар и третий удар, как всегда, у нас
нас уже решающие. Вы посмотрите, как далеко отлетел наш вот этот паренек. Я, честно говоря, друзья, такого реально не ожидал. Ну и в итоге, 6 уровень. Я сразу, друзья, приступаю его проходить, потому что я коплю монеточки для того, чтобы мы сразу же взяли и прокачали очень и очень даже много параметров для нашего вот этого меча. Ну а пока что, как мы видим, мы потихонечку начинаем охлаждать вот этот весь металл раскаленный, начинаем, естественно, преображать его, и видим то, что у нас опять-таки, смотрите, друзья, вот такой прикольный меч. Остается, конечно же, его прокачать полностью по скорости и, конечно же, силы атаки. Ну что, чувачок, я думаю, сейчас ты улетишь еще даже больше, чем обычно. И в итоге, друзья, смотрим на наш результат. Он попал вот в этот меч, и мы вместе с вами набрали очень и очень даже большое количество наших очков. Я, на самом деле, очень, друзья, сильно доволен. И воу, ничего себе! Это что, новая локация? Кажется, друзья, да. Давайте тогда сейчас на ней мы, конечно же, прокачаем опять-таки хпшечки, конечно же, дамаг и, конечно же, скорость атаки. Вот это уже реально очень и очень даже круто. Начинаем проходить нашу новую локацию и видим то, что тут у нас вокруг, друзья, просто тупо какие-то кактусы. Вот это да. Мы что, будем сражаться против кактусов? Ну, я думаю, сейчас, друзья, игрушечка обязательно нам это все дело покажет, а пока что я делаю процесс изготовления нашего меча. Вот я, смотрите, друзья, уже сделал для него такую прикольную обычную форму. Начинаю опять-таки прокачивать наш дамаг, еще, конечно же, скорость атаки, и в итоге видим то, что у меня очень-очень даже хороший меч с параметрами получился. В итоге, как всегда, делаем 3 удара, и на третий удар наш чувачок вот этот отлетел на 16700 множитель. Вот это да, это реально круто. Кстати, ребятоньки, напишите обязательно в комментариях, играли ли вы в эту игрушку, либо же нет, и если да, до какого вы уровня дошли. Я вот пока что, опять-таки, на 8-м, но буду надеяться на то, что все-таки прогресс у меня дальше будет, и мы вместе с вами дойдем уже до какого-нибудь хорошего уровня и сделаем максимально жесткий, максимально сильный наш меч. А пока что у нас имеется вот такой прикольный обычный меч, я делаю ему, конечно же, дамаг полностью такой прокачанный, ну и, конечно же, естественно, скорость. Начинаем фигачить вот тут этого паренька, и как всегда, друзья, конечно же, всего лишь 3 удара мне понадобилось для того, чтобы его победить. 8-й уровень уже позади, прокачаю опять-таки наши параметры и приступлю уже проходить непосредственно 9-й уровень. Вот мы видим опять-таки, друзья, то, что тут у нас появляется все больше и больше вот этих каких-то подстав. То есть, в принципе, это какие-то непонятные штучки, которые нам мешают, естественно, делать меч. Ну ладно, буду тогда стараться, естественно, на них никак не попадать. И в итоге видим то, что у меня очень-очень, друзья, длинный меч получился. Замечательно. Тогда сейчас сделаю урон 130 и, конечно же, x10 скорость. Вот это, друзья, реально будет очень и очень даже жестко. Видим то, что мы опять-таки побеждаем нашего чувачка с 3 раз и улетает он, смотрите, на 16700. В принципе, предыдущий результат у меня был примерно, друзья, такой же. И воу, ничего себе, опять-таки, друзья, новая локация. И мы видим то, что тут у нас все покрыто лавой. Вот это да. На самом деле выглядит реально очень даже круто. Ну, как видите, я прокачал только дамаг, потому что остальные параметры у меня уже на 7 уровне. Ну и в итоге, давайте тогда, конечно же, приступать проходить 10-й юбилейный уровень. Пока что все идет очень-очень даже неплохо, очень даже безобидно. Ну и я постепенно, друзья, начинаю собирать эти штучки. И, блин, серьезно, я только что, друзья, потерял абсолютно все. Да, конечно, вышло не очень хорошо. И у нас меч выходит, ну, такой очень-очень даже слабенький. Давайте я тогда полностью все вкачаю, конечно же, вот в наш дамаг вот такой. Ну и, в принципе, он у нас теперь, друзья, 110. Я думаю, этого тоже, опять-таки, будет достаточно, чтобы победить нашего врага. Конечно, это не с 2 ударов, но примерно, друзья, с 3. Тоже очень и очень даже неплохо. Ну что ж, друзья, а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу-кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!